Китайская Geely оказалась первой маркой из массового сегмента, что решилась предложить россиянам мягкий гибрид. Это будет кроссовер Atlas Pro, то бишь рестайлинговая версия хорошо знакомого всем Атласа. Сам рестайлинг прошел по серьезной программе. К полностью новому передку также прилагается радикально перекроенная корма. Коррекции подверглись даже форма и проем пятой двери, дабы понизить погрузочную высоту. Салон вообще создан заново, притом китайцы нескромно обещают почти премиальное качество отделки. Создать правильное ощущение помогут атмосферная подсветка, обилие мягкого пластика и другие фетиши, вроде обивки сидений кожзамом. Вдобавок большая перестройка коснулась подвески. Несмотря на прежнюю архитектуру, большая часть элементов шасси пошла под замену. В настройке подвесочного хозяйства инженерам Geely ассистировали англичане из знаменитой компании Lotus. Под капотом новинки скрывается вольвовская турбо-тройка, на которую навешен 48-вольтовый стартер-генератор. Соответственно, под полом багажника упрятана крохотная батарейка на 8 ампер-часов. Электромотор, выдающий 50 ньютон-метров момента, помогает при старте. Правда, из-за возросшей массы гибрид разгоняется, как обычный турбированный «Атлас». Зато благодаря системе старт-стоп новинка должна оказаться заметно экономичнее. В трансмиссии трудится так называемый «мокрый преселективный робот», а система полного привода построена вокруг многодисковой муфты. Для подстройки силового агрегата под характер водителя есть 4 режима, включая спортивный и внедорожный. На старте продаж публике предложат лишь топовые версии, а потому цена несколько шокирует – от 2 миллионов 120 тысяч рублей. Еще 65 тысяч придется доплатить, если возникнет желание получить панорамную крышу. При этом упакован Atlas Pro максимально щедро. 6 подушек, виртуальные приборы и продвинутая медиасистема, не считая системы автоторможения, двухзонного климат-контроля и адаптивного круиз-контроля, отчасти объясняют логику составителей прайс-листов. Дилеры открыли прием заказов 29 июня, а старт продаж намечен на 2 августа. Прежний Atlas без приставки Pro никуда не уходит, но остается без турбированного 1.8, дабы не создавать конкуренцию старшему брату. Любопытно, что разрыв между старым и новым Атласом составляет почти миллион. Двухлитровую атмосферную версию предшественника все еще можно заказать за 1 миллион 400 тысяч.